мы с Олей будем продолжать дальше знакомить вас с изысканными, безупречными лотами нашего эфира распродажи. И вот он, следующий лот, это кулон с цепочкой, прошу прощения, серьги «Нежность». Превосходные серьги, действительно нежные, вы только посмотрите. Уважаемые телезрители, нежность царит в нашей студии, потому что мы предлагаем вам роскошные женственные серьги с одноименным названием «Нежность». Распродажа 890 рублей. Это точно, Оля. Так хочется в современном мире не потерять вот этого ощущения того, что ты женщина в первую очередь, что ты нежная натура и к тебе следует по-особому относиться. И вот такие правильные, грамотные вертикали всегда визуально будут подчеркивать все ваши достоинства. Ваша шея будет казаться более хрупкой, а если вы для себя выберете, допустим, высокую прическу или конский хвост, то к этим серьгам будет максимальное внимание окружающим. Вот вы сейчас можете наблюдать, что длина этих серег 7 сантиметров. И посмотрите, они усыпаны фианитами. А какая красивая, какое красивое сочетание. А давай заглянем вовнутрь. Вот посмотри, вот это ажурное плетение. А внутри что, Юлианочка, расскажи, пожалуйста. Ой, а внутри фианит, который искрится, который сияет. Вот ты говоришь про ажурное плетение, ты все-таки уже действительно, Оль, начала разбираться в том, что вот это не что иное, как ажурная такая маленькая стильная розочка. Это вообще очень сложная техника, когда ювелир пытается вот так кропотливо изобразить такой маленький элемент. А что касается того, что находится внутри, так это фианит, который сквозь вот эти прорези эффектно будет искриться и сиять. Какая красота, я такое вижу впервые. Это какая-то фантазийная прям вариация, которую мы сейчас наблюдаем с вами, дорогие телезрители. А что здесь за покрытие? Это золото 24 карата, розовое золото. И цена распродажи очень привлекательная, 890 рублей. Раньше такие серьги стоили 1290 рублей. Но посмотрите, цена перечеркнута, потому что это распродажа. Разумеется, это 890 рублей за вот такие стильные серьги, которые выглядят очень дорого. Еще раз мы с Олей напоминаем, что здесь золото нанесено гальваническим методом. Нанесено оно не только на все сережки целиком, так еще и на вот такую пусету, которая является своеобразным замочком. Чтобы вы понимали, я сделаю грамотные сейчас акценты. Вообще, хороший замочек – это 80% от наслаждения своей покупкой. Вот такие серьги вы никогда не потеряете. Это пусета, она из серебра и покрытие здесь золото. Вот, Юлиана, я смотрю на эти серьги и сразу начинаю фантазировать, как я буду носить их. Я думаю, что идеально будет сочетаться с хвостом или с высокой прической. Ну вот мы с тобой это уже обсудили. Действительно, если вы хотите акцент делать на сережках, то собирайте волосы и максимально их раскрывайте для разглядывания. А если нет, мне кажется, их все равно заметят. Ты посмотри, они такие длинные, 7 сантиметров, будут визуально удлинять вашу шею, делать ее лебединой, стройной. Ведь мы так хотим быть красивыми. А почему бы и нет? С серьгами нежность – это возможность. Тем более, что распродажа 890 рублей. Вы только посмотрите, какое таинственное сияние. Цена распродажи 890 рублей. Это серьги «Нежность», розовое золото. Здесь нанесено гальваническим методом.